Добрый день всем, друзья. С вами снова Дмитрий из компании Керпул Бассейн. Вот нам привезли несъемную опалубку. У нас начался 4-й день строительства бассейна из несъемной опалубки. Вот, значит, смотрите, какие элементы несъемной опалубки. Это вот у нас угловой элемент. Он как конструктор выставляется весь. Собирается и заливается бетоном. Значит, смотрите, внутренние размеры имеет опалубка 15 сантиметров. Вот длина самого блока 1,25 м. Так, высота блока 250. Такая вот у нас несъемная опалубка. Тут смотрите, вот места под арматуру. Значит, вот здесь вот прокладывается арматура, связывается с вертикальной арматурой. Сейчас вам покажем, как мы будем монтировать. Постараемся полностью показать. Бассейн у нас 10 на 3,5. Итак, друзья, мы залили три ряда в опалубке, залили бетона. Далее сейчас продолжаем монтировать опалубку, вязать арматуру и будем сегодня заливать дальше последние 3 ряда. Ну вот так вот у нас все получается. 3 ряда. Сейчас мы начинаем дальше вязать арматуру, монтировать опалубку и вязать арматуру, чтобы сразу залить еще 3 ряда, чтобы у нас интервал времени небольшой был между заливкой. Вот такая вот у нас конструкция. Так что, друзья, не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать интересные свежие видеоролики. Привет, собака. Привет, привет. Итак, друзья, мы залили полностью бассейн бетоном. Так вот у нас все получается. Здесь оставили технический приямок под насосы. Насосы у нас будут стоять, значит, для гидромассажа, для противотока здесь насос будет стоять, и аэроплата тоже будет стоять. Вот, а остальные все трубы от скиммера, от форсунок, все мы будем тянуть в техническое помещение. Ну, далее покажем, как, куда мы там трубы потянем и так далее. Вот у нас так вот закладные, все вот получилось. Здесь, значит, будет противоток, там будет гидромассаж у нас, потом 1, 2, 3, 4 форсунки. Здесь 2 скиммера по этой стене, потому что на этот басик, на этот размер нужно обязательно 2 скиммера и 4 форсунки. Вот, соответственно, 2 фонаря. 1, 2. Вот так вот у нас. Смотрите, как хорошо, идеально бортик получился у нас.
что, друзья, кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Кто подписался, всем большое спасибо. То есть в следующей части мы вам покажем, как мы будем монтировать закладные детали. Тело бассейна, да. Уникальность этого басика, он получается у нас как термос. Он, когда прогревается водичка, остывать будет очень долго. Вот в этом его и прелесть. Что, друзья, эту часть ролика будем заканчивать. Кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать продолжение видеороликов. Всего вам доброго.